Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию фигуриста Илью Авербуха и 26-летнюю актрису Елизавету Арсамасову. Эта прекрасная семья готовится к пополнению. Илья Авербух стал чемпионом в танцах на льду, постановщиком красивых ледовых шоу. А в декабре 2020 года он женился на молодой актрисе Лизе Арзамасовой. В детстве фигуристу принимать решения помогала его мама, но времена изменились, и Илья давно принимает большинство решений самостоятельно, но обо всем по порядку. У Ильи с детства не было выбора. Мама Ильи – микробиолог, педагог Юлия Марковна, большая любительница фигурного катания. Она решила сделать из своего сына фигуриста, вопреки всему и всем. Так с 5 лет Илья стал на коньки, не очень того и желая. Но раз мама с папой говорили, потом нам спасибо скажешь, то уж ладно. На беду тренеры спортивных школ в маленьком Илье Авербухе не видели никаких талантов. Они передавали его друг другу в надежде, что настойчивая мама наконец успокоится. А Юлия Марковна сына тренировала сама на дворовом катке, как могла. Илья позже признал, что во дворе и школе за фигурку его особо не шпыняли, хотя спорт считался девическим. У него самого выход на лед сопровождался каким-то слабеньким, но чувством стыда. Как говорят, терпение и труд – все перетрут, даже если эти качества скорее мамины, а не твои. У Ильи появился первый серьезный тренер – Жанна Громова, затем Геннадий Карапоносов и Наталья Линичук. Именно с Линичук Авербух выиграл чемпионат Европы среди юниоров и окончательно поверил, что мнение мамы о том, что фигурное катание – его призвание – сущая правда. И все-таки юный Илья не обладал яркими индивидуальными данными, что для одиночника приговор, поэтому пришлось переключаться на парное катание. А там перспективы были шикарными. Первой напарницей стала знаменитая ныне фигуристка Марина Анисина. Тогда, конечно, она не была той самой француженкой Анисиной. С ней Илья выиграл 2 юниорских чемпионата мира по спортивным танцам. Все было хорошо, но однажды Илья увидел на тренировке Ирину Лобачеву. «Вы верите в любовь с первого взгляда?» А Илья поверил, поэтому наотрез отказался тренироваться с Анисиной и стал уговаривать своего тренера создать пару Лобачева-Авербух. Но, как ни странно, тренер Линичук на это согласилась. Мнение мамы на этот счет неизвестно, да и мальчик уже вырос, стал принимать собственные решения. Но сам Илья позже признал, что с карьерной точки зрения, скорее всего, был неправ. Ну что поделаешь, любовь. У Марины же Анисиной произошел тот еще облом. Искать достойного ее талантом принца пришлось почти по всему свету. И нашли во Франции. Но выступать под российским флагом гордый француз Гвендаль Пейзера категорически отказался. Он сказал: «Нет, уж лучше вы к нам». Так Анисина стала гражданкой Франции и отобрала с напарником множество высших титулов у спортивно-танцевальной пары Лобачева-Авербух. Их действительно высших не так уж и много. По разу чемпионы Европы и мира, а в остальном лучшими были Анисина и Пейзера. На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году пары стояли на соседних ступеньках пьедестала. Ирина и Илья стали серебряными призерами. По завершению спортивной карьеры Илья и Лобачева решили устраивать собственные шоу в России. У Авербуха с его чувством прекрасного открылись новые таланты – хореографа и режиссера-постановщика массовых зрелищ. Неудивительно, что из-под его пера вышли всем известные телепроекты – «Танцы со звездами», «Танцы на льду» и «Ледниковый период». А еще Илью Авербуха приглашали ставить открытие Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и другие чемпионаты.
К сожалению, вхождение в творческую элиту привело к распаду семейной пары Авербух-Лобачева. Их причина – увлечение Ильи, окруженного большим количеством молодых женщин. Сын бывших супругов, 16-летний Мартин, после развода родителей предпочел жить с отцом. В декабре 2020 года Илья Авербух женился на молодой актрисе Елизавете Арзамасовой. Лиза была совсем юной участницей проекта Ильи «Лед и пламень». Через два года пара начала встречаться. История отношений героини папиных дочек и Ильи Авербуха стала громкой и самой обсуждаемой. Большая разница в возрасте не дает покоя пользователям интернета. Но 26-летняя Лиза Арзамасова и 47-летний Илья Авербух готовятся к пополнению в семье. Радостной новостью прославленный фигурист и молодая актриса поделились с поклонниками в своих соцсетях. Всех благодарю за внимание. Желаю вам всего доброго, всего самого наилучшего. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока!